А дальше мы следующий. Семен Усенцев. Давай, Семен. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Семен, и я вам расскажу о своем проекте под названием «Прозрачная доска для записи видеокурсов». Итак, ну вот на этом слайде как раз только что привезенная экземпляр вот доски стоит. Это съемки в 1С. Мы буквально на этой доске их закончили, привезли новую, гораздо больше, гораздо круче. Итак, в чем суть проекта? Проект заключается в том, что это новый формат подачи материала, когда спикер стоит непосредственно, когда пишет, стоит непосредственно лицом к зрителям, а не спиной. Давайте поймем, как вообще начиналось образование. Сначала писали на стенах, в пещерах, на камнях, потом папирус, потом мы все помним школьную меловую доску, потом сейчас это магнитомаркерные доски, и в 21 веке, когда знания оцифровываются, все большую популярность приобретают видеоуроки. Ну вот у нас есть конкурент, смотря по какой бизнес-модели, но тем не менее, это скриншот сайта, фирма называется lectorium.tv. Они массово просто, они партнеры всех ведущих вузов в Москве, и они массово по всем возможным направлениям рисуют на эти доски, на этих досках и преподают там термоядерную физику, тригонометрию и так далее. Вот, как раз наши три финансовые модели, но давайте вот пройдемся по нашим клиентам, которые у нас уже есть за последние 3 года. Вот, первым заказали Яндекс, потом Высшая школа экономики год назад мы им сделали, они до сих пор эту доску прям очень сильно используют. Вот Суперэго это мы в Казани позавчера отправили, ну и МИСИС, бизнес-молодость тоже используют такие доски. Итак, как мы будем на этой доске зарабатывать? Первая, самая простая модель – это производство. То есть, ну, если Министерство образования нам поможет, государство нам поможет, и такая доска, дай бог, будет стоять в каждой школе, в каждом учебном заведении, то, ну, будет производство, будут деньги, будет. Ну, это технологичное производство, это непростое стекло, это непростые светодиоды, специальная подставка, маркеры и так далее. Второй способ, вторая бизнес-модель – это просто сдавать эту доску в аренду. У нас сейчас есть одна такая доска, она постоянно из одной студии во вторую ездит, то ее школу английского языка берут, то какие-нибудь вузы, то еще кто-нибудь. И мы просто ее сдаем в аренду. И сейчас, ну, просто расширяем оборудование, которое мы сдаем в аренду. Мы там сдаем уже микрофоны, маркеры, флипчарты и так далее. Но все же, какую проблему решает, пролистнул слайд, давайте так скажу, ну, проблема, ну, простого флипчарта, простой маркерной доски. Она есть. Простым маркером надо что-то писать, надо что-то рисовать, хоть мелом, хоть маркером, хоть на планшете. Но эта доска предназначена специально для записи видео. Вот где-то, где схематично надо что-то объяснять, там какие-нибудь тренинги, успешный успех и так далее, эта доска отлично подходит. Так, ну уже инвестировано. Я лично потратил на этот проект больше 300 тысяч рублей. Я постоянно плачу своему инженеру, мы покупаем новые материалы, разрабатываем, дорабатываем эту доску. То есть есть желание там сделать супер-пупер. Вот, мы участвовали в конференциях. Вот этот кранч, может, кто-то знает, была образовательная конференция. Мы там получили даже пару заказов, в Баку доску отправили. Вот, ну и потратили на маркетинг и на производство. Сколько нам сейчас нужно еще? Значит, нам, чтобы доработать проект, мы хотим сделать 3 концепта. Сейчас у нас есть супердешевая доска, средняя, там 1100 и 1700, супер доска, где встроенный микрофон, где встроенная подсветка, где там куча еще дополнительных функций, такого уровня супер бизнес-тренера, я бы сказал. Ну и нужны деньги, чтобы эту тему упаковать, хорошую рекламу дать в интернете по нашей целевой аудитории. В принципе, все. Вот наша команда. Меня зовут Семен, я директор, у меня еще там несколько бизнесов. Вот сайт doskaris.ru, это доски для рисования. Почему, собственно, этим занимаюсь? Еще занимаюсь световой рекламой, светодиодами. Наш инженер Александр, который тоже уже там 20 с лишним года ее проектирует. Ну и мой помощник-менеджер. Есть еще там штат людей, ну, курьеры, бухгалтера, я их не беру в оборот. Всем спасибо. Задавайте вопросы. Пожалуйста, парочку вопросов задайте. Мне очень важно получить фидбэк. Давайте не будем сейчас вот
А все вопросы будут лично к тебе в зале? Лично ко мне. Ладно, я здесь возле доски стою, подходите, да, подходите, ребят, там если доска находится, кто хочет попробовать, ребят, подходите, это реально интересно. Я возьму у тебя кликер, Семен. Спасибо тебе огромное. Друзья, ваши аплодисменты.